Добрейшего времени суток, с вами Горыныч и вторая часть ностальгического видеопрохождения игры Mass Effect 3. Ну, прежде чем начать миссию, давайте распределим очки команды. Итак, бой Бабы Шепард, штурмовик, здоровье 700, барьер 500. Обратите внимание, что герои-отступник не разделяются, они теперь на одной шкале, только, ну, шкала будет заполняться одна. Единственное, что вот голубеньким цветом это герой, красным это отступник. Так, 31 уровень. Зажигательные патроны у нас уже практически прокачаны. Значит, что у нас тут? Притяжение. Ну, как вы видите, дополнительные появились умения. То есть, если в первом их было достаточно, в первой игре, во второй их было очень мало, то вот в третьей подогнали, ну, чтобы все были довольны. Итак, на что следует в первую очередь обратить внимание? Обратить внимание следует на способности, которые влияют на увеличение веса носимого вооружения. То есть, чем больше вы сможете поднять, тем быстрее у вас умения будут восстанавливаться. Итак, сейчас так, повышает длительность действия наносимого. Вот, совершенство в атаке. Но это просто, видите, опять же, ветка, состоящая из 6 пунктов прокачки, и на 4 они разделяются. Выбрать можно только одну какую-то. Или вот эту, или вот эту, и потом или эту, или эту. Все понятно, да? Так, выносливость. По-моему, на выносливости где-то. Давайте сейчас посмотрю. Улучшение здоровья повышает задержку до начала восстановления умений. Урон, ближний бой, усиление барьера щитов, урона. Ладно, пока мы это делать не будем. Так, биотический заряд. 7 на 15 действует. Успешного применения дополнительного биотический заряд. Так, ударная волна. Давайте ударную волну подкачаем. Не силы биотических взрывов, я сделаю дальность действия волны и не цель удерживает в воздухе, а увеличивает скорость перезарядки. Чем быстрее, тем моднее. Согласны, да? Так, зажигательные патроны, что мы здесь вообще имеем? Увеличивает запас боеприпасов. Вот это вот на 25 больше процентов урона от попадания в голову никогда не используйте, нафиг не нужно. Так, увеличивает запас, повышает здоровье, периодически выпускает поджигающие. Так. Так сделаем. Так, силы биотического заряда. Нет, удар все-таки. Что-то с ударом у нас. Отмена. Нафиг. Давайте удар прокачивать. Совершенство в атаке. Где-то я видел. А, вот, максимальный вес сделаем на 35 очков. И успокоимся пока на этом. Дальше ничего не надо. Так, дальше прокачиваем удар. Потому что он у нас будет одним из основных видов биотических плюшек. Не силу, а радиус поражения. Так. 5 очков. 5 и 5. Значит, вот это вот. Мощность умения. Так как мы здесь на оружие полагаться не будем. В первую очередь, дальность действия ударной волны. Ну, как я и планировал. Все. Так, понеслась Сешли. Патроны не буду я и качать. Значит, снайпер. Точность тоже не надо. Значит, оглушающий выстрел. Значит, прокачиваем ей ветку офицера Альянса. Давайте посмотрим. Усиление щита и оружия, естественно. Нет. Мена. Не то я нажал. Извиняюсь. Так. Усиление щита. Умение у нее там так себе.
Вот. И повышает урон, наносимый оружием членов отряда. Если мы ее берем в отряд, то, соответственно. Но теперь по чуть-чуть подкачаем. Так. Снайпер. Снайпер тоже нафиг не надо. Граната Инферно. Для чего тут можно? Максимальный запас гранат на одну. Урон на 20. Успокоимся на этом. Оглушающий выстрел, перезарядка и дальше, к сожалению, никак, да? Но она, в принципе, сама сможет спокойно все это дело применять. Пока оставим Эшли в покое. Давайте. Так, оборона. Специалист по оружию, бойная, зажигательные патроны. Это основные характеристики. Бойня. Осколочная граната. Радиус удара гранаты. Опять же, его здоровье. Ну, как видите, он у нас солдат, соответственно, у него здоровье немерено. И сами видите, щит у него там. И Эшли тоже солдат. А мы так, штурмовик, биотик, мимо проходили. Доставим Эшли пока так, без силы. Замечательно. Что мы имеем на данный момент времени? Это только-только первая миссия, соответственно, у нас тут практически ничего и нет. Дробовик и дробовик катана и пистолет хищника. Ладно, понеслась, ребят. Опа! Опять телепортация. Что ж такое-то? Вы посмотрите, как красиво пыльная буря надвигается. Какая. Да, Эшли-то права. Так, здесь мы найдем сейчас снайперскую винтовку. Сразу вперед не надо ломиться. Когда доберемся до Нормандии, то переоденемся в какую-нибудь более-менее приличную броню. Вот у нас снайперская винтовка. Можно и сразу изменить набор. Вот смотрите. Всего 5 видов вооружения. Одновременно можно взять только 2. И вот вес посередине. Скорость восстановления умений. Что мы имеем? Например, дробовики. Что у нас тут есть из дробовиков? Есть катана и есть карабин Ригар. Карабин убираем напрочь. Скорость восстановления умений у нас стала, как вы видите, плюс 200. Вообще шикарно. Хищник, ладно. Пистолеты-пулеметы. У нас их 2. Это плазменный пистолет-пулемет Гетов. Вообще шикарное вооружение. И каратель кровавой стаи. Это очень полезный пистолет-пулемет. Почему? Потому что у него уже изначально бронебойные патроны. Давайте пока возьмем его. И давайте посмотрим на снайперские винтовки. Их всего 3 у нас. Богомол, который мы нашли. Потом Индра. Индра — это вообще офигенная вещь. А вот снайперская винтовка Крезай, она стреляет небольшими взрывчатыми зарядами. То есть, если в толпу фигачить из Крезай, это будет просто шок и трепет. Вот смотрите, здесь у нас сразу показано, сколько у нас увеличивается переносимый вес. Например, если мы возьмем сейчас с вами снайперскую винтовку, скорость перезарядки у нас 121 будет. Но если мы возьмем Индру, то будет 195. Что здесь у нас есть из штурмовых винтовок? Это Мститель, антисинтетик Адас, или Адас, это в дополнении было.
стреляет примерно как плазменная винтовка гетов, с такой же скорострельностью. Очень неплохо пробивает броню. Есть разоритель Цербера. Мы еще встретимся. Цербер обычно вооружен мотыгой, так называемой штурмовой винтовкой. А вот это вот, это ее модификация. Соответственно, если мы ее возьмем и берем снайперскую винтовку, что мы имеем? То же самое. 120. Сколько? 121, да, скорость перезарядки. Ну, не будем уподобляться солдату. Давайте я возьму все-таки снайперскую винтовку Индру. Здесь сразу же меняем вооружение. Так. Дробовик. И, по идее, абсолютно пофиг для ваших напарников. То есть он не солдат, она его знает, сержанта Ривса, он не сопротивлялся. Что здесь такое было, мы сейчас с вами должны узнать. Мы только Вегу перевооружили, я, к сожалению, что-то ступил. Но это, кстати, не слишком уж и важно. Но дело в том, что вот она вооружена тоже Индрой, как вы видите, но автомат у нее Мститель. Ладно, двинулись. Значит, что у нее есть? Оглушающий выстрел и граната Инферно. У Веги осколочная граната, оборона, которую он сейчас возьмет, и вот эта вот хреновина под названием бойня. А у нас все как было, так и есть. Пошли. И вы можете заметить по сравнению, правда, здесь вот опять артефакты, она там зависает где-то, но движение по сравнению с второй игрой Mass Effect стали более плавными. Вот смотрите. Они их просто расстреливают, твари. Видите, какая винтовочка. Плюс зажигательные патроны, тут вообще никто не выживет. Sure look like it. What Cerberus doing here on Mars? Good question. I'm not with them anymore, Ash, if that's what you're asking. It wasn't, but you have to admit, it's a bit convenient. Видите, Эшли, она с нами до сих пор как так общается. Она нам сейчас второй части, она нам не доверяла, когда мы, как она считает, улеглись под Цербера. Ай-яй-яй, перекат не вышел. Что-то мы не достаем этого козла. Шепарда. Значит, зажигательные патроны, я помню, для всего отряда. Что-то они подданность повышают. Здоровье, силитур. Нет, странно. Неважно. Поехали.
Shepard. About what? Do you know anything about this? What is Cerberus doing here? What makes you think I know what they're up to? You worked for them. How am I supposed to believe you've cut all ties? We joined forces to take down the collectors. That's it. They rebuilt you from scratch. They gave you a ship, resources. Let me be clear. I've had no contact with Cerberus since I disabled the collector base. And I have no idea why they're here now or what they want. Commander Shepard's been under constant surveillance since coming back to Earth. No way they've communicated since. Sorry, Shepard. I just... I shouldn't have to explain myself to you, Ash. Please trust me. I do. It's just that... Лярка. Достала. Easy there, Lieutenant. She's with us. Shepard, thank the goddess you're alive. You too, Liara. I was so worried when the reports came in. I'm sorry about Earth. Yeah, it was difficult to leave. Ashley, I'm sorry. But why'd you come here? Hackett ordered us to come. Said you'd know what was going on. I do. Hallelujah. Some answers, finally. Maybe. I've discovered plans for a Prothean device. One that could wipe out the Reapers. Here? On Mars? In the Prothean archives, yes. We've known about the archives for decades. Why now? Process of elimination. Mixed with a little desperation. When you destroyed the Alpha Relay, you bought us some time. But then you were under investigation. I knew I had to do something. Hackett knew it too. He contacted me, asking if I would use my resources as a shadow broker to find a way to stop the Reapers. My search led me here. Hackett got me access to the archives and kept me updated on your status. I meant to come see you, but... I would have liked that, but under the circumstances, I think I can forgive you. You're too kind. In any case, my work paid off. The archives are full of data, an overwhelming amount. I think I found what we need. Заметили, как в третьей части у Лиары подросли буфера? Офигеть. I guess I'll believe it when I see it. Where do we find this weapon? It's not a weapon, not yet. It's plans for a device, a blueprint. It's more than we had a minute ago. How do we get it? The archives are just across that tramway. Assuming Cerberus hasn't locked it down. What are they after? Yeah, they seem hell-bent on catching you. They want what I'm here for. What we're all here for. But why? The Protheans came close to defeating the Reapers. They had plans to destroy them, but ran out of time. And anything powerful enough to destroy the Reapers... just might be something Cerberus would be interested in. So it's a race to the archives. We got company. Bring it on. Not this time, James. What? Get back to the shuttle. If Cerberus beats us to the archives, I need you covering the exits. But... now, Lieutenant.
Сейчас Лиара просто вторым членом команды. Looks like they found us. Сейчас, секундочку. Надо Лиаре умение распределить. Так, сингулярность. Сначала так. Стазис. Чистый биотик. Информация. Сингулярности киданий. Вот видите, взрыв получился биотический. Все. Так, нам туда, но прежде чем пойти, давайте обыщем это место. Так, аптечка. Если во второй части аптечка давала кредит, то здесь аптечка, если она вам не нужна, она дает вам очки опыта. Так, надо поднять этот хрень. Уйдите, девчонки, блин. Просто, да, начинают бесить. The next, there was chaos. Didn't even realize it was Cerberus at first. Could they be working with the Reapers? Doubtful, but I suppose anything's possible. Так, у Лиары что за оружие? Видите, у нее плазменный пистолет-пулемет и палыч. Что, пистолет-пулемет вообще шикарен. Ну, я его покажу в действии, что не переживайте. Я все оружие перепробую. Больше ничего, по-моему, нету. Там дальше должно быть. Как мешок с навозом. Я знаю, как это делается. И прыгать мы научились. И бегать. Давайте, давайте, девчонки, вперед, 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 вперед. Эшли, еб. Где-то дурница застряла. А, вон он. Давай, прыгай уже. Ну, иногда бывает. Опаньки. Занимаем укрытие. Граната. Запинаем нахрен. We'll need access to the pedway. Controls should be nearby. Попробую. Так, блок данных. От кого? Кэмерон Харрисон, кому? Корпорация Экзогения. Мисс Мика, спасибо за то, что предлагаете новую и вообще инновационную технологию. Мы вынуждены отклонить это предложение, как и все остальные. Наши специалисты по исключительным правам просмотрели ваши договора еще раз и нашли их неудовлетворительными, как обычно. Короче говоря, нас не интересует. Пожалуйста, не беспокойте нас более своими щедрыми предложениями. С наилучшими пожеланиями, Кэмерон Харрисон. Экзогений все успокоиться никак не может. Помните, что они там творили? Так, что это? Так, консоль безопасности. Ну, сначала вот берем перчатки Рейка Технологис.
Это вот мы будем собирать куски брони, кстати. И у нас новый пистолет-пулемет Сюрикен, но мы его сейчас использовать не будем. Можно, кстати, отказаться, не пытаться использовать... оружие во время боя, а потом уже экипировать, посмотреть, что к чему. Так, все, консоль безопасности. Давайте посмотрим, что происходило здесь. Капитан лейтенант там с автоматом ходит. All right. Looks like there's construction nearby. We can get out on the roof. We can find a way around from there. Great. Let's move. Так, подождите, я еще тут хочу посмотреть здесь. Угу. Потом разберемся. Вся охрана тупо перебита. Идет. Ну, то есть остатки охраны Альянса, они там за ними, Цербер, охотятся, они пытаются отбиться. Так, здесь еще обновление. Шассе Фабрикейшнс. Это когда уже на Нормандию попадем, там разберемся, что к чему. А буря вот действительно, видите, как шикарно вообще сделано. Сюда. Сейчас открыто. Фонарь, кстати, сам по себе включается. 32-й левел, но мы сейчас... Уровень чуть-чуть попозже поднимем сейчас. Так. Блок данных. От кого? Саймон Ватан... Ватанаби, кому Камерон Харрисон. Кэм, что за баба копается в моих документах? Пускай проваливает. Не хочу, чтобы мою систему поломала какая-то неумеха, которую через неделю уже здесь не будет. Чужакам всегда кажется, что они во всем разбираются, но на деле им плевать на то, чем мы тут заняты. Доктор Ева, да неужели? Помнишь, чем все в прошлый раз закончился? Саймон. Вот как раз это Ева, это агент Цербера. Это спойлер, конечно. Ну а что, мы все равно в этой части ей наделим задницу. Даже знаю, с кого ее срисовали. Так, сейчас. И все. Отлично, красавица. Обратно что, нельзя, что ли? Вы издеваетесь. Нужно систему контроля эту включить. Так, вот здесь прицел пистолета, пулемет. If my translations are correct, they found a way. But in the end, they didn't have the resources to follow through with their plan.
отсюда, по-моему, что-то видел. Так, нет, ну, блок данных, ладно, фиг с ним. А, ну, значит, все нормально, да. Там только прицел этот есть. Кстати, очень легко пропустить. Согласитесь. Вот еще вот так можем делать. Так, значит, вот сюда консоль безопасности. А, нужно аптеку взять. Климатический центр. There we go. We have access to the labs. They'll take us right to the tram station. Hey, looks like there's a recording of what happened here. Security station. Come in. We're seeing some odd activity down here. Our security protocols just kicked in. Everything's locked down. Doctor, I'll get you a report as soon as... I guess we know how Cerberus got in. I should have realized it when I met her. I was just so focused on finding a way to stop the Reapers. Stopping the Reapers is the only thing we should be focused on. It's not your fault. But what if we're wrong? What if there's no way to stop them? What if these are our last days and we spend them scurrying around trying to solve a problem we can't fix? Liara. I know. I shouldn't think that way. I don't know how you do it. You've always stayed focused, even in the worst situations. When there's so much at stake, I think about my friends, loved ones, what I'd lose if I failed. Me too. We'll stop them, Liara. Together. I believe you. Or I believe that you believe. Maybe that's enough. Okay, doors open. We can get to the labs and tram station through there. Good. Let's move. Ну, не так быстро, на самом деле. Так. Давайте, мы 32 уровень получили. 4 очков нам по-любому ни на что не хватит. Хотя, идея. Здоровье, щиты чуть-чуть подкачаем. И барьер. Так. 4 очка, здесь повышается урон, область поражения. Лиара, 2 очка, деформирующие патроны, да ну нафиг, вы что, смеетесь что ли? Сейчас опять очередной заплыв будет. Перепутал. Так, здесь какое-то обновление должно быть валяться, да. Пистолет, пулемет, свои легкие материалы. А это навес, обвес для пистолета-пулемета, он делает его легче намного. Соответственно, давайте станцию используем модификации. Так. Если, грубо говоря, вот у нас новый кассюликен. Плазменный пистолет, вот, например, модификация оружия, вот оно так и выглядит. Вес его уменьшается. И прицел, но это, если вы собираетесь использовать его в качестве снайперского пистолета, так скажем. Так, хищник. Одно ограничение. Тех ваших сопартийцев из вашей будущей юбер-команды, которые не умеют использоваться дробовиками или штурмовыми винтовками или снайперскими, как Лиара, да, у них будет только вот пистолет-пулемет и тяжелые пистолеты. А вот у Эшли, у нее то же самое. То есть, соответственно, она может пользоваться только тем, что вот давайте мы ей так дадим. Соответственно, Эш, давай, бери вот эту хрень.
администрирую его. Какая-то фигня работает. Нормально, да? Швейная машинка Зингера, я ее называю. Блок данных. От кого? Амелия Хаттерсон, кому? Майкл Селливан. Привет, болванище. Не буду спрашивать, как у тебя дела. Мне рассказывали, будто вы там на своем складе микробов кормите. Понимаю, протеанские причиндалы — страшно интересная штука, но вам все же стоит иногда отдыхать. Короче, я переправил последние твои данные в штаб на земле, но кто-то разгерметизировал блок. Сообщи охране. Не успел он, видимо, охране сообщить. Естественно, что делается. Биотические взрывы пошли. Штурмовички эти вонючие. Притяжением обычно у них щиты можно отобрать. Потом расстрелять нафиг. Или попасть в голову. В голову, конечно, легче попасть. Как-то так. Индра — обалденная вещь. Ну, в мультиплеере вообще, на мой взгляд, незаменимая была, когда я там снайпером играл. Я там выносил всю эту чушню. Ну, мультиплеер здесь, кто не играл, у кого пиратка. Мультиплеер — это просто волны врагов, хасков, коллекционеров, цербера или смешанных врагов, соответственно. И эта пушка, она вообще нереально рулит. По-любому. Дай туда инферно гранат еще. Так, погодите, здесь, по-моему, что-то было. Или я что-то путаю. Да, девчонки там сами разберутся, по-моему. Эшли? Эшли, ты чё там сховалась-то? Блин, капитан-лейтенант её. Иди, иди. Офигеть. Ну, боты совсем обнаглели. Возьмем. Так, дробовик, ствол крупного калибра, больше повреждений наносит. Секундочку. Ладно, блок данных, личные записи. Испарцы, эксперт-лингвист. Пока расшифровали мало, почти ничего из самого языка, но визуальные данные дают представление о том, что они изучали, а именно нас. Особенно их интересовал процесс эволюции кроманьонцев. Есть подборка файлов, некоторые события специально выделены. Звучит невероятно, но все указывает на то, что они пытались нарисовать кривую интеллектуального развития человечества. Never been studied. Mm-hmm.
Так, снайперская винтовка, ствол, длинный ствол тоже повышает урон. По идее, может сейчас вернуться и оснастить им снайперскую винтовку, но мы этого делать не будем. Какой в этом смысл? Девчонки, в кучу. Хоть там изучать-то. А то есть они недоступны нам пока, да? Понятно, зашибись. А повоевать ней никто не хочет. Это глюк. Да, тут только один, здесь ничего не лежит. Идемся. Просто так нам не дадут туда, конечно, добраться. Ясный перец. Тоже ничего не лежит, да? Опанька. No kidding. Is that the only way in? Да вы что, дети? It's the only way I know of. We'll skirt around it. Stay out of its sights. I'll move up first. Don't let it target you. Я постараюсь. Нас учат занимать укрытие. Хренеть, да? Ой, ё! Не-не-не-не-не-не-не, не надо такого говна мне. Так, здесь можно огибать углы, кстати. Вешайтесь на хрен. Не, вот сейчас вы будете вешаться. Ну и гранату кинули, суки. Так, у этого гада щиты. Это что, центурион? Когда он без щитов, он вообще ребенок. Так, птичка. Здесь еще какая-то фишка будет, по-моему. Так, снайперская винтовка, модуль концентрации. Тоже полезная вещь. Блок данных. Заметки исследователя Васкис. Последняя точка выбрана до дна, но судя по расположению коммуникационной системы и резервному питанию с первой протанской базы, можно предположить, что вторая находится глубже под землей. Потребуется разрешение на раскрытие нижних слоев грунта. Учитывая недавний подъем энтузиазма, можно надеяться, что с этим проблем не будет. Угу. Так, ну вот вроде бы здесь все, что можно собрали. Данных и управление автоматическим орудием отрубаем. Not completely. What if we could find a short-range transmitter, helmet to helmet? And? And then we convince them that we're with them, and the Alliance forces have been taken care of. Good idea. See what you can find. What? The Lieutenant Commander has become very capable. Agreed. Commander, I found something. What have you got? He's got a transmitter in his helmet. If I can... Oh! Open it. Oh, God.
Пол Хаск. They've definitely done something to him. Engineered by Cerberus? They claim to stand for humanity, and they do this to their own people. Ну что вы хотите? Призрак уже под контролем находится, фактически. That's what Cerberus had done to you. How can you compare me to that thing? I don't know what you are. Not since they got their hands on you. Is it really you? Would you even know if they were controlling you somehow? That's not fair, Ash. I'm just talking out loud. I don't need you to answer. I doubt there's anything you could say to convince me. I guess I just need some time to get to know you again. I'm the same person I always was. Time won't change that. But if that's what you need, I understand. Thanks for understanding. You bet. Ну, сиськи Эшли больше, конечно, чем у нашей былой бабы. Hello, this is Delta Team. Anybody there? Where the hell have you been? Never mind, what's your status? We're at the tram station, waiting for extraction. All hostiles terminated. Roger that. Echo Team will ride over and secure the station. Think they bought it? They didn't, they'll figure it out soon enough. We should get in position. Flank them when they get off the tram. Good thinking, Elsie. Сейчас давайте покажем им, чтобы они там заняли позицию. Так, мы с вами здесь сверху их подождем. Здесь отлично открывается вид на всю эту фигню, вот на тот вагончик. Сейчас они, когда откроют. Угу. Так, сразу туда закидываем. Сингулярности гранату. И можно вот так еще пустить. Пока там летают, их расстреливаем нафиг. Главное, чтобы команда работала. Так, один остался, да? Идут двое. Оглушающим выстрелом вышли, добьют сейчас. Сейчас хочу посмотреть, что там краснеет. Закрытая дверь, по-моему. А нет, откуда мы пришли? Что, девчонки, справились? Умницы. Сейчас мы поедем кататься. Поедем, красотка, кататься. Красотки, вернее. Пришли, давай, прыгай.
Здесь тоже сейчас забавно стычка. Раз вышли, добивает, а вот следующая толпа выходит. Сегодня потери. С нихер вы их несете. Лер, давай, сжигай. Не убежишь, сволочь. Руки-то помнят. Это нормальный уровень сложности, народ. Так, сейчас, секунду, здесь какой-то апгрейд должен быть. Да, винтовка М95 защитник. Она стреляет, как вы помните, еще со второй части, она стреляет этими очередями по три выстрела, по-моему. Так, дробовик, разрывная модификация, тоже хорошая, забавная вещь. Наносит урон броне. Все остальное. Так, эта дверь у нас закрыта пока. Аптеку медицинскую, кстати, можно взять сразу же, потому что ничего страшного не будет. Что, потом дальше побежим, времени не будет забирать. Обрались под архив доприканских. Доприканский обелиск. То есть не тот обрубок, который мы в первой части второй видели. Ну как же, нарисовался ее. Шепард. Опять курица, сука. Elusive man. Fascinating race, the Protheans. They left all this for us to discover, but we squandered it. The Alliance has known about the archives for more than 30 years. And what have they done with it? What do you want? What I've always wanted. The data in these artifacts holds the key to solving the Reaper threat. I've seen your solution. Your people are turned into monsters. Hardly. They're being improved. Improved? That's what separates us, Shepard. Where you see a means to destroy, I see a way to control. Одурманили они его напрочь, причем. Imagine how strong humanity would be if we controlled them. Earth is under siege, and you're hatching a scheme to control the Reapers. Anyone can destroy, but great civilizations do more. You know that. It's why you kept the collector base intact. I let you study the base so we could find a way to destroy the Reapers. This isn't your fight any longer, Shepard. You can't defeat the Reapers, even with the Prothean data. Work with me. Give me control of your resources and I'll stop them. You'd do better than most, but the odds aren't in your favor. More importantly, I don't want the Reapers destroyed. We can dominate them, use their power, harness their very essence to bring humanity to the apex of evolution. Народ, ну вам это ничего не напоминает? Нет. Они вот использовали против самого призрака его же вот эти предубеждения о том, что человечество
его, вернее, убеждение, что человечество должно стать самым сильным из всех разумных существ галактики, человечество должно править. Вот они как-то все это перевернули, и получилось так, что мы теперь жнецами можем управлять, я не знаю, там еще что-то делать. В общем, он находится уже под крепким таким обалденным контролем жнецов. Тем более они находятся на расстоянии вытянутой руки. Они уже вторглись в галактику. А как я уже вам рассказывал в одном из прохождений, это как бы вот они так себя ведут, жнецы. И сами видите, что призрак творит своими солдатами. Это же вообще жуть. You've gone too far. The Reapers will kill us all if we don't stop fighting each other. I don't expect you to understand, Shepard. And I'm certainly not looking for your approval. You were a tool. An agent with a singular purpose. In that, you were successful. But like the rest of the galaxy in this place, your time is over. Enough talk. Liara? Don't interfere with my plan, Shepard. I won't warn you again. Последнее. Shepard. 999-е. Призрачное предупреждение. It's not here. Блюдо. It's being erased. Goodbye, Shepard. Damn it. How's he doing it? It's local. Someone's uploading the information. Hey, step away from the console. Now. She's got the data. Так стрелять без нее бесполезно. В нее бесполезно, за ней нужно просто бежать. Только осторожно, она сильный биотик. Вся в имплантантах. На самом деле она уже и не человек, на. Сука. Умудрилась херакнуть у нас как гадости. Не убежит. Так вот, ну туда он, Лера, с сингулярностью пульни. Да не в нее, а в этих гадов. Сучка. Она все равно щиты восстанавливает. То есть, нужно только бежать. Расстояние до цели, не упустите ее. Все остальное не важно. Вот это Джеймс. Let her go.
Orders? Finish her. No! Жнецы прибыли. Если Вильямс поломали, пипец. Ashley needs medical attention. We have to leave the Sol system. I know. The Citadel is our best chance. We can find help there. Get us to the Citadel, Joker. Roger that. Hold on, Ash. See what you and Edie can learn from that thing. Commander, I'm receiving a signal over the secondary QEC. I believe it's Admiral Hackett. Patch me through. I'll forward it to the comm room. Shepard, are you reading me? Commander. Edie, can you clear this up? I'll do my best. Did you get to the archives? I was there. So was the elusive man. I was worried Cerberus might try something. Did you get the data? Most of it. He downloaded some before I could stop him. Edie and Liara are analyzing what we recovered. What have you learned? Was it worth the effort? Preliminary evidence suggests the data is a blueprint for a Prothean device. Device? A weapon, massive in size and scope, that's capable of unquantifiable levels of destruction. Send me the data. We'll do our own analysis. If Liara's instincts are right, this might be the key to stopping the Reapers. I hope so. Lieutenant Commander Williams was critically wounded. We're taking her to the Citadel. Sorry to hear that, Shepard. But we both know this is just the beginning. Talk to the Council, show them what you found. With luck, they'll give you all the support we need. And if they don't? Do whatever it takes to get them on board. I'll be in touch soon. Hack it out. Shepard? Edie is extracting data from the Cerberus machine. We'll have details to present to the Council by the time we reach the Citadel. And Lieutenant Commander Williams? I've done what I can for her. She needs proper medical attention soon. The Admiral's right. It's going to get worse, isn't it? Unless we stop the Reapers, yeah. I've looked at the data. This weapon could be the answer if we can build it. I get the sense you don't quite believe it, though. You didn't see what they did to Earth. How is one weapon supposed to stop them? What are our options? You know we can't win this conventionally. Shepard. Isn't it worth trying, at least? I'm gonna check on Ashley and James. Make sure we're ready to present our findings to the Council.
I'm sure the Council will see the need to help. It'll be a hell of a short war if they don't. Barely got a pulse here. Move him out. Where are you taking her? Where to Memorial. Best care in the Citadel. We're not going with? We need to see the Council. Right. Боили. Looks like they might be coming to see you. Commander Shepard. Got word you were arriving. Captain Bailey. Good to see you again. Yeah, you too. Though it's Commander now. Congratulations. Thanks. Now half my job is dealing with political bullshit and escorting dignitaries around. No offense. None taken. So you're here to bring us to the Council? I'm here to tell you the Council is expecting you, but they are dealing with their own problems with the war and everything. They apologize for the inconvenience and blah, 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 blah. Meet them here at Adina's office. They'll be ready soon enough. All right. You might have time to go by the medical center if you want to check on progress over there. Я сначала ж медицинский отсек. I might do that. You go on ahead. I'll head up to Adina's office. One of my men can show you the way. You? I'm just a tourist today. I'll try not to get in any trouble. Commander, we've got a situation in the embassy quarters. We could use your help. I'll be right there. The other half of my job. I'll see you around, Shepard. No doubt. Так. ЛБРБ между картами. То, что вот нам сейчас доступно, это посольский корпус Док Нормандии, вот где мы сейчас находимся, и больница Гуэрта. Вот. Но это была вторая часть ностальгического видеопрохождения игры Mass Effect 3. С вами был Горыныч. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Пока.